Здравствуйте, дорогие дамы и господа. Сегодня поздняя ночь. У меня вот что-то не спится. Как видите, здесь разобраны часы. Вообще у меня творческий бардак. Настоящие часовщики скажут, что у меня просто жесть на столе. Но вот так вот случилось. В общем, не столь важно. Сегодня будем рассматривать одну тему, которую давно я не делал. Это ремонт часов. И вот ситуация такая, в общем. Стекло предварительно обезжиренное, оно бэушное. Корпус часов тоже обезжиренный. В общем, стекло не новое, тут видно. Но один хрен, вот бывает такое, что нужно сделать ремонт, заменить стекло, поставить, и как бы хозяин готов на такое стекло. Чем ставить? То есть чем приклеивать? Есть у меня такой клей B7000, но он больше похож на клей Момент, он мне не нравится. И есть у меня один очень интересный клей ультрафиолетовый. Наверное, теперь вы понимаете, да, почему у меня старая ультрафиолетовая лампочка стоит. В общем, на этот клей надо поставить нам стекло. Это даже своего рода эксперимент. Ну, посмотрим, как будет. Я же сам делал стекла, как бы ставил на такой клей, и ничего, зашибись, вообще стояло. Так, сейчас аккуратненько поставлю свой штатив. Возьму клей. Кстати, клею. Так. Пригодится вам. Сейчас покажу. У меня штатив нормальный сломался. Зубная палка. Выручалка. Но я ее сейчас доведу до ума. Покажу, как. В общем. Так. Берем плоскогубцы. Вот они у меня маленькие такие плоскогубцы. Сейчас я ее сплющу, сделаю из нее лопатку. Камера, конечно, хреново сейчас будет показывать. Плоскогубцами, в общем, сжимаем. И я сидел маленькую лопатку. Вот показываю, как это все выглядит. И, короче говоря, мне нужно будет нанести клей по кругу, вставить стекло. Влубить вот так вот лампу и оставить где-то минут на 5. Но можно на полчаса оставить, чтобы не было никакой фигни. Сейчас наведем клей. Клей такой интересный. Он похож визуально на эпоксидную смолу. По сути, это и есть эпоксид, только такой очень интересный, который реагирует на ультрафиолет. С клеем нужно быть очень аккуратным, должен храниться он в темном месте, ну и сравнительно невысокая температура должна быть. Стараемся не переборщить с клеем. Да, я знаю, если это часы Ориент, должно быть еще пластмассовое кольцо, но пластмассового кольца нет. Так, удаляем излишки клея. Палку, выручалку надо куда-нибудь срочненько убрать, взять другую палочку, чтобы лишний клей убрать. Теперь закрываем клей, убираем его подальше, вставляем стекло аккуратненько. Так, стекло посажено.
Вот, как видите, посажено. И оставляем минут на 5. Допустим, глубокие швы, если проклеивать, то хреново. Пластмассу, например, мне вот нужно было отремонтировать очки. Я вот решил как-то сделать там оправу, заклеить. Ни хрена не получилось. Пришлось засверлиться. Вообще стальные уголки кусок наждачить и затем просверлить, вставить, ну, на суперклей поставил, в общем, нормально сделал. Вот, что касается стекла, то нормуль идет. Я покажу, у меня это так, эксперимента ради, у меня вот стекляшка есть, банка. Я в ней использую как бензиница. В общем, как видите, вот здесь вот трещина есть вертикальная. Но обычно такие банки уже надо это все, кирдык, выбрасывать. Стеклотара такое. Но я вот взял, заэпоксидил вот этим УВ-клеем. Затем спиртом протер. Ну и вот, короче, получилась такая, как мазюка. Ну хрен с ним. Со стеклом там будет все иначе. Так. Сейчас поставлю. Возьму сухую палочку. И проверю. А клей уже практически засох. Но расслабляться не стоит. Потому что это все обманка. Так как бывают всякие моменты. Так. Сейчас ждем еще каких пару минут. И будем рисовать. А я тут решил оживить, если вы обратили внимание, молнии. В общем, один механизм уже готов. Надо будет собрать другую сторону ремонтуара. Корпус уже подобрал. Будет у нас с рябчиком. Есть еще такие котлы. Тоже молния. Тоже в рабочем состоянии. И где-то еще у меня молния лежит. А, вон. Потертое временем. Тоже работает. Секундную стрелку нужно поставить. Вот. В общем. Ну, время-то идет. Так. Сейчас я. Вырублю лампу, потому что уже все надо проверить. Так. Видите, давлю пальцем, но все нормально, не вываливается. Кстати, еще один момент. Сейчас надо обезжирить все это дело. Сейчас как раз возьму. У меня есть чем. Так.
Так, сейчас мы обезжирим, чтобы убрать остатки клея. Там даже не сами остатки клея, там какая-то еще канитель выделяется. Ну, те, кто занимается ногтями, они понимают, о чем идет речь, потому что в основном это тема ногтей. УВ-клеи все. Но часовщики тоже пользуются. Ничего так, нормально. Так. Смотрим. Есть излишки клея под стеклом. Надо будет еще почистить корпус. Так, фокус. Так, так, так. Бывает, когда на весу снимаешь, то с фокусом фигня какая-то получается. Ну, давай, родимая. Сейчас я сниму, покажу. Вот оно. Корпус надо будет еще немного полирнуть, стекло почистить. И некоторые излишки убрать, чтобы в глаза не бросалось. Ну вот, в общем, стекло приклеили. Слегка корявая работа, но не ошибается тот, кто ничего не делает. В общем, такая ситуация. Если что, если вам, допустим, интересно будет заниматься с часами, то вот такой клей вы можете попробовать и поработать с ним. Опять же, тут такая ситуация. Короче, в инструкции написано, что 1-2 минуты нужно держать. Но не факт, не факт, потому что бывают такие моменты, что нужно держать дольше. Один мой знакомый часовщик из Москвы сказал, так вообще 30 минут лучше держи и не парься. Потому что мало ли вдруг что. Пускай еще пару минут у меня постоит. Так, на всякий случай. В общем, всем всего хорошего. Часовщики, друзья. Ну и те, кто профессионально занимается, тоже вам привет. Это интересное занятие. Я вас полностью поддерживаю. Хотелось бы еще больше знаний получить в этой сфере. Всем пока. Кому было интересно, ставьте лайки, подписка приветствуется. Удачи.